Че, всем хай, погнали дальше. К стадиону. Автосохранение, так, с... кого я там выставил, на Ктауло, да? Да, вот. Ну, идем. Тут хоп. Алекс, смотри, что у меня есть. Это травяной значок. Я получил его с первой попытки. Думаю, никто не может спорить с Вулу. Лучше меня, в конце концов, опыт у меня хоть отбавляй. Но я уверен, что ты тоже справишься. Мы же с тобой соперники. Ну, у него огненное скорбание, насколько я помню. За счет него, наверное, кто-то прошел. С Вулу нормального типа он бы тут, наверное, ничего бы не сделал. А, я думал, уже на стадион попадаем. Так. Привет, хочешь поболтать со своим другом Болманом? Знак дружбы, дам тебе чудесный покебол. Давай. Дружбол. Интересно. После поимки этим покемоном, диким покемоном, будет к вам более дружелюбен. О. Это хорошо, да. Пригодится. Так. Торговец тут тоже стоит. Это кто? Добро пожаловать в магазин костюмов. Ищешь что-то конкретное? Призрачная форма, ядовитая, обычная. Давай возьмем какую-нибудь. Вот обычную самую возьмем и все. Чему нет? Да? Я ее могу одевать? Задание, да, да, я помню, помню. Ясно, да. Так, хочешь приступить к заданию? Да, хочу. Все, поехали. Если ты хочешь выполнить задание стадиона, надень форму. Почему он надел эту форму дурацкую? Я хотел нормальную форму одеть, которую только что купил. Блин. Он надел это убожество. Ну что ж, ладно. Задание заключается в следующем. Загнать наших неугомонных Вулу к стогам сена. Вон там. Меня зовут Дэн. Я являюсь здесь судьей. Моя работа отправлять отчеты в штаб-квартиру лиги. Да, начнется задание. Ну, давай пробовать. Все. 20 из 20 овечек. Все, да? Да. Ну, пока легко, пока везет, так сказать, с этими овечками. Так, они меня там остались ждать, но тут тренер. Добро пожаловать, претендент. Прости, но тебе придется вернуться домой. Так как у меня... Чего еще раз не успел дочитать? Сэмюэл. Госси Флёр. Так, так, все-таки это травяной, да, почему? А я гадал, это какой? Волшебный или травяной? Ну так, все-таки травяной. Ваншот. Ну, им не поздоровится от моего Ноктауа. Что могу сказать? Как и я ожидал, из претендентного покемона отлично понимают друг друга. Ну да.
Стой, там ямпер бежит, я вижу его. Могу сохраниться? Да, могу. Давай его пропустим, пусть он пробежит. Попробуем их прогнать сейчас вот так. Все. Но с тренером я сражусь. Пусть они катятся там дальше. Где он там? Вот он. Опыт нужен. Интересно, получают ли твои покемоны удовольствие, сражаясь изо всех сил. Ну, я думаю, что далеко не всегда и все. О, он еще и бадью выбрал. Тут еще одна слабость дополняется, наша ядовитая. Давай замешательство. Оу, выжило. Поглощение. Это неэффективно. Ходишь. Лучше, конечно, все же вернее их бить этими воздушной атакой. Вот это вот. Она посильнее будет. 75 против 50. Я скажу тебе Боумарк вместо ямпера. Знать бы, что это такое? А, вон и ямпер стоит. Так, вон еще два ямпера там бегут. Все сюда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все сюда тогда. Вот сюда, в кучку, в кучку, в кучку все. Давай докатим их, что ли. Куда вы? Там и будьте. Остальных я сейчас прикачу. Он гонит, смотри ее. Куда? Быстрее катитесь, а, пожалуйста. Чтоб ямпер вас не дознал. Докатим, мы уже с тренером сразимся. Все. Загнали в загон с сеном, загнали. Лидер стадиона уже совсем рядом, но это не значит, что ты можешь подойти к нему. Это еще как значит. Лидер стадиона Лия. Боунсвит. Давай вот это попробуем, сферой тьмы ударить его, а? Как он на это отреагирует? Ага, он выдержал вращение. Скорость повышает, так это плохо. Эхо волны, давай. Что там еще? Одиш. Так, лучше, наверное, с ними все-таки не шутить. Давай вот так. С гарантией. Да. А то он выживет, потом усыпит. Еще что-нибудь будет делать. Нафиг оно надо. Угу.
Так, у меня есть еще, да, вот есть. Еще сделаем сохранение на всякий случай. И пошли. А, даже здесь можно сохраниться. Вот тут у нас на стадионе будет бой проходить, потому что тут Динамакс, формы все и так далее, и так далее. Поэтому такой здоровый стадион, собственно, идет. Вон он тянется, этот тренер, гейм-лидер, вернее, Мило. Качок, ебать. Тьфу. Сорян за маты. Мой стадион первый в испытании, и у нас очень много претендентов, поэтому я стараюсь сделать задание посложнее, но это не помешало тебе выполнить его. Отличная работа. Похоже, ты очень хорошо понимаешь покемонов, но не думаю, что дальше будет все просто. Ради победы я динамаксирую своих покемонов. А я, наверное, нет. И попробую тебя победить обычными. Ну вот и поехали, Майло. Гасифлер. У него два? Серьезно? Это будет легкая прогулка в парке. Динамакс. В Галаре в некоторых местах. Так, ага. Ну это я понял. Вперед. Есть небольшое опасение по поводу его Эльдгос оставить. Юху! От нас так просто не избавиться. Мы упертые, как сорняки. Вот его вишенка на торте, да? Эльдгос, 20 уровень. Хорошо. Нет. Я сказал, не буду, значит не буду. Все, давай, разящий ветер. Давай, время для Динамакса. Сейчас мы вырвем тебя с корнем. Посмотрим. Это одуванчик, что ли, такой, да? Ну, неплохо. Сейчас ты будешь в полном шоке. Узри нашу Динамакс способность. Заросли Макс. Фух, это ж неэффективно. Глупый какой-то гейм-лидер, честно. По птице бить травяной атака. Ну, он поле поставил себе. Вот выросла трава, которая будет его лечить каждый ход. Но ему это не поможет, я думаю, вообще. Он тем более медленнее, чем я, поэтому все. Заросли. Ой, так. Я тут волновался. Если бы я использовал Динамакс, сделал бы воздушную атаку, он бы вообще ваншотнул все, мне кажется. Все. Ну, сыграла на руку, что я был в этих. Ясновидение, это что такое? Психически 80. Покемон атакует странной невидимой силой, цель может пошатнуться. Да, конечно, берем его. Молодец, накидал, затащил. И даже пол хп не сняли. Сила травяных покемонов увяла. Для чего удивительно претендент?
Повезло, что я был в этих нетронутых землях, короче. Вот. И фармил вот эти лучи. Воздух. Поэтому покемонов подкачал конфетками. У нас вышел отличный поединок. А так, если пробежать, скипнуть, например, те земли, да, сразу пойти, то тут можно, наверное, страдануть на этом стадионе. В качестве доказательства, что я тебе удалось лидера стадиона, я вручаю тебе значок травяной. Ну, вон как у него. Как у медведя, блядь. Теперь ты можешь лететь. Так, чтобы завершить испытание, тебе нужно собрать 8 значков. Для этого придется победить всех лидеров. Окей. Я попытаюсь. Претендент Алекс, от всего сердца поздравляю с победой над лидером Майло. ТМ-ку дала. Магический лист. Шикарно. Я даже знаю, кто ее выучит сейчас. Также тебе полагается форма Майло. Конечно же, это копия. Вот, блин, что с ними делать? Я не... Надо, кстати, в этот, в гардероб попасть как-то. Алекс, позволь дать небольшой совет. Тебе придется посетить все стадионы в определенном порядке. Значит, твоя следующая цель — лидер стадиона Халбари, Несса. Вот я помню, что у меня прохождение было, я там побеждал эту Нессу водяной. Там трубы какие-то там надо переводить, чтобы течение воды правильное было. И к ней можно было пройти. Ну, и все. Дальше я не забирался. Или же, раз у тебя есть травяной значок, можешь отправиться в нетронутые земли, ловить покемонов, уровень которых выше, чем у твоей команды. Может быть сложно, но они станут отличными союзниками. Очень хороший совет, чувак. Я понял. Так, магический лист. Как я и говорил, и его выучат Вадью. Нет! Не может она выучить. Чё такое? Почему? О, блин, вот это да. Ну что ж ты будешь делать, а? Природный дар. Ладно, я хотел сейчас уже что-то отказаться от нее, блин. Ладно, пусть будет. Взял уже, взял. Качается уже со мной, ходит, путешествует. Фиг с ней. Турфилд. Так, я помню, что справа от стадиона там были какие-то работы или что-то такое, там не пускал чувак. Но он говорит, типа, скоро совсем там мы закончим. Ну вот, пойдем посмотрим, закончили или нет. Да, вот тут он стоял. Так. Кстати, вот здесь есть спуск, и сюда можно проплыть. Но мне пока... Я не могу пока плавать. Тропа номер 5. И сразу тренера, да? Так, ладно, пусть пока Ноктаул будет, что он пока, мне кажется, сильнейший в команде. Ага, тут вообще двойная битва. Время для эксклюзивного интервью с претендентом. И лучше всего его проводить во время битвы, конечно же. Личные покемоны, тренеры просто сияют в кадре. Репортер говорит, поехали. Киллиан и Кэм. О боже мой. Хели Оптайл и Клинк. Так, давай ясновидение на него. Бур на Клинка. Он стальной, насколько я помню. Попади. Ну хорошо. Трапинч прокачался снова. Подкоп он пытается выучить. Так, может да. Так, дрожь земли 60. Подкоп 80. Взорвается. Затем атакует в следующем раунде. Да, давай, заменим. Нет, вот эту заменим пока. Пусть будет и
дрожь земли и подкоп. Мало ли пригодится та или иная атака. Это сложно описать в двух словах. Просто невероятный потенциал. Я проиграл. Неужели это значит, что интервью не удалось? Да, все ништяк. Вы проиграли чемпиону, поэтому никаких проблем. Совершенно. Ого. Нет, я туда не хочу. Ага, так. О! Хилбол, вот это что такое ходит? Парфейд. Ну, у меня птица есть. Ага. Так, ну давай. Добивай его. Ого, у него здоровье. Ну какой-то это не такой вроде Farfetch, по-моему, такой. У него за него опыта, кстати, дали прилично. Так. Идите нафиг от меня. Они все сюда побежали. Всей толпой. Давай два раза тут трусить. Наверное, вот так. Ого, я нашел тренера, собираю ягоды. Стюарт. А, блин. Яблоко, блин. Черт возьми. Ну, я вангую, что это что-то травяное, яблоко и огненное не может быть. Давай попробуем. Ну да. Способность эффективна. А, блин, теряет сознание. Нужно было дать свою ягоду, когда его здоровье опустилось до критической отметки. Как бы ты это сделал бы, интересно. Так, вон еще палатка одна. Ну, я пока не буду готовку делать, пока рано. Или сделать? Не, давай сделаем. Вы нашли лагерь тренера Харрисон. Хотите зайти внутрь? Хочу. Посмотрим, кто там. Ага, смотри-ка. У него вон ходят Тогипи, Пичу, малые, короче. Снорлакс маленький вот этот. А, нет. Раз пришли, давай что-нибудь сделаем. Да. С яблоком я там что-то делал, готовил. Так. Вот такой вот набор всяких разных. Так, ягоды. Одну она кинула всего лишь. Ну и она грибы, кстати, положила вон добавку. Давай. Раздуваем пламя. Угу. Прибежал. Голодный. Мешаем. Так, полетели добавки. Ой, тоже бы поел что-нибудь такое. Ну, сколько голодных ротов. Сухое карри с грибами.
Да я бы не сказал, что оно сухое. Попробуем, однако. Ноктаулу понравилось. Точим. Рейтинг вкуса Копираджа. Восстановили ОЗ и излечили всех статусов. Получили очень много опыта, написано. Как-то я готовил, было написано... Ну и рейтинг был какой-то другой. И было написано, что получили немного опыта. Но кто у вас остальные в команде стали к вам дружелюбнее? Вот как хорошо. Да, я, наверное, буду все палатки, которые вижу, посещать. О, пожалуйста. Бадью эволюционирует. Она уровень, что ли, сейчас получила или что? Во, Розелия. Красота. Информация о покемоне Розелия добавлена в покедекс. Покемон шип. Его цветы испускают успокаивающий аромат. Чем сильнее запах, тем лучше себя чувствует Розелия. Хочет выучить ядовитое жало. Что за атака такая? 15 урон. Поглощение. Я даже не буду его учить. Слишком слабенькое. Вот, Розелия теперь есть. Бадью развился. Хорошо. Ну, вот это уже покемон. Посерьезнее. Хорошая специальная атака, неплохая скорость, и благодаря тому, что... А как понять, атака уменьшается, защита растет или наоборот? А, нет, все правильно, атака уменьшается, защита растет. Да. Угу. То есть она, это цветочек этот еще и крепкий будет довольно таки. Кроме того, что хорошая специальная атака и скорость. Актолу здоровья, конечно, немерено. 23 уровня, а 80 хп, офигеть. Крепкий какой он. Да, буду посещать, короче, тогда все палатки, решено. Полезно это дело. Ага, спрятали от меня. Обольщение. Обольщение. Покемон противоположного пола становится очарован и теряет желание атаковать. Вот так вот. Кстати, неплохая атака, может пригодиться, но это надо, чтобы все карты и звезды сошлись и совпали. Чтобы против вас был противоположный пол. Минчина. Давай, ясновидение, перекрою его. Пока у них все еще уровни маленькие. В забытые земли я пока не пойду, хотя Майло и советовал туда пойти. Стини. Не помню, кто это. А, это травяной покемон. Давай лучше вот этим разящим ветром. Гарантии, чтобы его победить. Так, там еще тренер один. Мой напарник вырос довольно уникальным. Сейчас покажу. Хорошо. Давай, разводчик Эдриан. Стаффул. Так. Это нормального типа, по-моему. Давай ясновидение. Нет, эффективно. Ну, значит, это боевой тип, судя по всему. На насекомого не тянет. Роллс. А не Ральц ли это? 19 уровня. Сфера тьмы в него пойдет хорошо, я точно уверен.
Он психический, поэтому вот так суперэффективно. Еще критический удар, бедняга. Cutie Fly. Насекомое. Давай воздух. Бабочка маленькая. Загорайте, чтобы победить его. Приятно встретить новое лицо. Это приют для покемонов. Мы здесь заботимся о покемонах. Если тренер оставляет двух покемонов, иногда мы даже находим яйцо. Нет, пока нет. Ну, это центр разведения. Видите, какой классный, как красиво его сделали. Я вон покемон вижу. Давайте сходим туда. А? Возьмем. Пустая раковина. Это что такое? Пример для покемона. Позволяет во время боя сменить владельца другого покемона. Не понял. Ага, как это интересно. Давайте засейвимся, мало ли. Опасно будет что-то. Хотя я сомневаюсь, это дуралеи. Команда Крикуны. Эй, отдавай велосипед. Нам нужно перебраться через этот длинный мост. На этом велосипеде мы будем гоняться за претендентами. Это будет просто... О, что за варвары? Вы не сможете. У вас даже рота монету. Эй, молодой претендент, они хотят украсть мой велосипед. Пожалуйста, помоги мне, я не останусь долго. Легко, дружище. Чё ж ты в перчатках-то ходишь? И в маске, блядь. А, вирус. Да-да-да-да-да. Мы не собираемся красть его, всего лишь хотим одолжить. Мы будем гоняться. Да вот он я, перед вами, претендент. За мной не надо гнаться. Я сокрушу тебя, пишет он. Давай. Посмотрим, что там у него припрятано такого зигзагом. Это он собрался и меня сокрушать. Наивный какой. Ну, у него еще кто-то, в принципе. Нет эффекта, нет эффекта. Так, давай эхо-волн. Сокрушающий, блин. Тайвал. Кто? Вау, вот это красота. Это интересно, давай чем-нибудь посильнее ударим. Тайвал. Насилие использует. Крепкий он, видели? Пол хп снял. Чуть-чуть больше. Так он 18 уровня, если бы он был 23 или 24. Я бы ему едва ли пол хп бы смог сбрить. Ну, у них хоть уже что-то получше. Мы команда Крикуны, мы кричим в лицо тренером. Давай второй, что там у него? Моя попытка сокрушить была сокрушена. Зачем ты? Я хочу этот велосипед, не мешай. Сей Блай. Вот, это из региона Хоэн, покемон с алмазными глазами, прикольный. 18 уровня, он у него один. Ветер разящий. О, повезло, критический удар. Он бы по-любому выдержал один удар. Ну, хоть опыт стали давать неплохой. Этот велосипед отвлек меня. Иначе я бы ни за что не проиграл тебе. Критический удар, дружище. Твоя команда слишком сильна. Вы можете доставить проблем нашей девочке. После нас придут и другие, мы проследим, чтобы вы не мешали. Идите уже, давайте. У них огромная, это, булавка сзади на спине приклеена.
О, ты способный тренер. И кажется, у тебя есть покедекс, а это значит, что и ротом. Отлично. Думаю, могу дать тебе велосипед этот тебе. Лучше тебе, чем этим крикунам. Ты же знаешь, что ротом очень сильно любит моторы. Настолько сильно, что запрыгивает в машины с моторами. Потому мне пришла в голову идея. Если я прикреплю к велосипеду мотор, тогда он, возможно, запрыгнет и в него. Вот как. Ну уже, просто попробуй. Насладись поездкой с ротомом. Теперь вы можете кататься с ротомом. Хорошо. Этот велосипед можно объединить с ротом для турбоускорения. Я прочту инструкцию. Какая кнопка? Нашел. Перо скорости. Предмет для покемона. Немного увеличивает скорость одного покемона. А, это типа витамины, да, с пятого поколения. Я понял. Я только не понял, как ускоряться. Ой, 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 ой. Не тот мог. Сейф сделаем. Что я жму? Вот, сохранить игру. Ага, во-во-во-во-во. Ну как-то он ускоряется. Перо хитрости немного решит ОЗ защиту. А, у него накапливается этот заряд. То есть я вот покатался, он накопил. Жмем. Вот. И он на ускорение пошел. Он накапливает заряд. Все, я понял, разобрался. Кнопка X. Когда звук вот такой будет. Вот, все. Оп. Заряд накопили. Поехали. Перо сопротивления увеличит защиту. Ага, он сам слез. А, Алекс, вот и ты. Должен предупредить, еще шаг, и нам придется сражаться. Давай. Я предупреждал. Мы с тобой получили по травяному значку. Так что это будет отличной тренировкой. Так, я помню, что у него один летающий какой-то воробей был, Вулу и стартовик. Давай покажем, на что способны команды тренеров со значками. 17 уровня. Ерунда. Ну, крепкий какой он, а? Но слабый. Суперзелье он ему дал. Корвискар. Способность раздражитель. А, Ноктаул не сможет теперь ягоду съесть, да, в случае чего. Из-за вот этого. Ого, он крепкий. Напугали его. Так, хорошо. Рабут. Он у него развился, стартовичок. Каждый смог покинуть лучше. Никаких проблем. Продолжаем. Рабут. Огненный, да? Держи, разящий ветер. 21 уровень. Неплохо, кстати. Двойной удар. Ну, недостаточно хорошо для Ноктаула.
Давай. Рычание. Попытался напугать, а так вот уменьшил чуть-чуть. Добьем его шадоуболом. Голдин поравнялся с Розелией. Водный покров. Хочет выучить, что это. Покемон окружает водный покров, останавливающий ему здоровье, скажем. А, это акваринг. Аквакольцо. Скажем. Нет. Розелия прокачалась. Да, хороший тоже статус. Сладкий аромат. Нет, по-моему, это бред. Уворот снижает. Мы оба получили травяной значок. Так почему же ты настолько сильнее? Я был в землях нетронутых, а ты там не был. Вот и все. Ага, кажется, ты становишься все сильнее. Мне придется тренироваться усерднее. Именно. И снова воскреситель. Нас ждет Несса, лидер стадиона водяных покемонов. А у меня уже готова Розелия для боя. Перо силы. Нету больше там никаких перьев. Иду вот так, чтобы не пропустить. Нет, что-то есть. Красивое перо. Несмотря на свою, на всю свою красоту, это самое обычное перо. О, эй. Пролетел. Так, давайте раздадим вот эти перья. Ротом велосипед. А, его на продажу можно продать тупо. Обольщение. Пустая раковина. Вот перо скорость, увеличит скорость. Хитрости, ОЗ, защиту. Сопротивление, защиту. Перо сил, атаку. Все, короче, скормил Голдену. Так, ХП надо поправить. Так, как я вижу, что там опять этот Farfetch. Давай с ним сразимся. За него опыта неплохо давали. Только из-за этого и сразимся. 19 уровня, неплохо. Очень эффективно. Так чё, это не птица нифига, да? Боевой тип, как я понимаю. Потому что две слабости он имеет. И у меня две слабости написано очень эффективно. Ну вот, Ноктаул 374 опыта поднял. Остальные поменьше. Так как не сражаются. Луковица. Пример для покемона. Повышает специальную атаку при получении урона от водной способности. Можно использовать лишь раз. Такое себе. На продажу, наверное, эту луковицу. Разводчик Денизу. Череби. А, Череби. Вишенка из региона Синна. Мне так нравится, она классная. Вубат. А, надо было сферой тьмы ударить, он, по-моему, психический тип. Я признаю поражение, но это меня не сильно ранит. Ну, слабое совсем. Тут уже к этому времени должны быть развиты покемоны быть, а не такие. Оттуда пройти не могу. Тут не могу. Тренерша ходит. Никому не говори. Ага. Хорошо. Габриэль, охотник. Кроганг.
Ой, это вообще халява. Сейчас мы его ваншотим. Бух, все. Слабый тренер какой-то, совершенно. Угу. Все, пробежали мост, дальше что? Так, где я? А, так все, это город следующий. Правильно? Халбари, да? Готовимся тогда к сражению потихоньку, но сражаться будем в следующей серии. Сейчас побегаем, посмотрим, что тут есть. Вон, да, водяной гимн. Кто тут, что тут? Пролечимся. Да. Вот опять на станции Веджхурста ты можешь встретить редкого покемона. Где эта, блин, станция? Проклятая. Вот, тут появились суперзелья в продаже. Возьмем, давай, штук 7. Все. Пробудитель, воскреситель. Что на продажу есть? А, вот что есть. Вот это продаем. Луковицу давайте продаем. Перо 500. Большой гриб. Тоже продаем. Сейф. Так, ну тут... Тут мне Ноктаул не нужен. Тут мне будет нужна Розелия. О, урон 20. Боже мой. Да я проиграю, походу, с таким дамагом. Есть вопросы о покемонах? Не стесняйся спрашивать. Оценить имя, вспомнить способность, забыть способность. Можно вспомнить что-нибудь? Я могу помочь покемону вспомнить любую способность, которую он должен знать. Ну, давай посмотрим. Может быть, что-то у нее там есть. Какую способность вспомнить? Семя тревоги, иссушение есть. Магический лист есть. Вот. Да. Поглощение мы убираем. Хотя бы магический лист. 60 за место 20. Совсем. И не мажет атака. Так, на кто? Голден. Ну давай посмотрим всех тогда. Может что-то там дельное он и вспомнит. Разлук, гидросплеск, ускорение, покров. Кто там остался? Трапинч. Есть у него что-нибудь каменное? Атака песком. Ультрафокусировка. Так, покемон начинает сосредотачиваться. В результате чего атака, совершенная в следующем раунде, будет критической. Ну, нет. Ну и ладно. Хорошо. Главное, что у Розели вспомнили магический лист. Это хоть какой-то урон будет она наносить. Приношу глубочайшие извинения. Председатель сейчас занят. Пожалуйста, расходите. Здесь не на что смотреть. Увидимся позже. Роуз. И даже поделюсь своей карточкой лиги. Нам необходима поддержка фанатов, чтобы продолжать свою деятельность. Зачем же прогонять их, Алиана? Это было не слишком ли грубо? Не слишком ли глупо, он должен сказать. Безусловно, фанаты очень важны, потому вам и нужно продолжать работать ради них же. Бит.
Господин председатель, обещаю, что помогу вам всем, чем могу. О, а ты? Прицер? Точно, Би, должен признать, я впечатлен тем, как далеко ты смог продвинуться за эти годы. Собираешься выезд из испытания стадионов, или же это будет один из тренеров с рекомендацией чемпиона? Я докажу, что вы не зря поверили в меня, я никому не проиграю. А сейчас мне нужно идти. Так ты в пещере проиграл мне уже, что ты такое несешь? Кажется, Алекс, мы как раз говорили о тебе, должен признать. Мне любопытно, что такого разглядел в тебе Леон. Мне в голову пришла отличная мысль. Ты собираешься встретиться с Нессой? Да, если получу водный значок, я устрою праздник. В конце концов, мне хочется узнать о тебе побольше. Нам нужно идти, председатель. Алиана это, Алейна, пусть будет. Постарайся ради будущего Галара. Топаешь, топай, топай. Председатель будет в ресторане морской еды. Это секретарь его, что ли, какой-то? Секретарша. Но не заставляй нас ждать. Топай давай, курица. Мне с ней не о чем говорить. Если захочу поговорить, я поговорю лично с председателем. Так, посмотрим этот... У тебя есть Минчина? Не хочешь ли обменять на Катонию? У меня никого из таких нету. И знать не знаю. Магнит. Предмет для покемона. Мощный магнит. Увеличивает силу электрических атак. Способностей. Тут есть ярмарка. Только почувствую аромат. Как насчет благовоний? Ух ты. Так, цветочное благовоние. Ну это эти... эссенции. Предмет для покемона. Эти редкие благовония увеличивают силу травяных способностей. Давай возьмем морские благовония водных. У меня есть этот. Благовония волны. Не понял. Одинаковые. И в чем прикол? Разница между ними. Я не знаю. Каменные, странные. Удивительным ароматом увеличиваешь силу водной способности. Редкие благовония увеличивают силу водной способности. Все куплю. В случае чего, если что, чтобы были, можно было благовония обычно. Чарующий аромат этих благовоний может помешать сопернику попасть по вам. Вот это интересно. 5000 стоит она. Берем ее. Душистые благовония. Эти редкие благовония делают владельца медленным и вялым. Ой, вот это мы брать не будем. Так. Не допускает диких покемонов, если в руках у лидера команды. Благовоние на удачу. Удваивает количество денег, полученных за бой. Ага. Нет, не будем брать, пока хватит. Не бойся ошибок, когда готовишь с друзьями. По крайней мере, из этого получится забавная история. Значится... Травяных способностей. Где Розелия? Вот она. Каменные, странные... А нет там земляных благовоний, а? Попасть по вам. Давай Дартрапинчу дадим, чтобы... Ну, он более верткий был, чтобы по нему не мазали чаще тогда в таком случае. Вот так вот. Я с тобой говорил или нет? Нет. Энергетический корень, порошок, целебный порошок. О! Во! 300 стоит. Очень горький целебный порошок. Снимает с покемонов все статусы. Идеальная вещь. Берем 50 штук. Воскрешающие травы. Одна есть, давай еще возьмем штуки 4. Нет, гулять-то гулять, еще 5. Все. Энергетический корень, 120 ОЗ. Это считай как эти гиперзелья, да?
3 есть. Давай вот так. Немножко подзатарились нормальным расходом. Уже защита. Здесь есть спуск на причал какой-то. Оббежим. Посмотрим, кто тут, что тут. Раковина колокольчик. Предмет для покемона. При атаке восстанавливает небольшое количество здоровья. Прекрасная штука. Но уже некому его дать. Вот такой слоник классный. А где такого взять, я себе хочу. Наверное, одолеть Нессу будет сложно. Я так не думаю. Что-то мне кажется, наоборот, его будет одолеть легко. С Розели это. Супер тоник. Тоже хорошая штука. Снимает все статусы. Большие надежды на претендента. Что это такое за здание? Добро пожаловать в покемаркет. Чем могу помочь? Станция. Это какая-то. Вы кто? Даже если не сражаешься, предоставляет различные бои. Это тоже весело. Поезде. В поезде ему скучно. Вот можно было бы сражаться в поездах. Говорят, в Юнове можно сражаться в метро. Можно, я помню. Я проходил Black 2 или там как-то так. По-моему, так и называется Pokemon Black 2. Да, там можно было так делать. По пути. Вот и водный стадион. Будет ли там хоп? Нет, там хопа нету. Зато там какая-то баба с удочкой. Ты же претендент, если идет лидера стадиона Нессу, она у маяка. Маяк, ну, если пойдешь в сторону моря, то точно не пропустишь. Ну, давай найдем эту Нессу уже, господи. В сторону моря. Два суперзелья. Очень хорошо. А вот и маяк. А вон и она стоит. Ты должен быть претендент. Откуда ты знаешь? И тебя рекомендовал Леон. Все лидеры стадионов обсуждают тебя. Ты настоящая знаменитость, а раз я знаю тебя, то и тебе нужно знать обо мне. Карточку дала. Пойдем на стадион. Мне нравится рыбачить, но еще больше мне нравится битва покемонов, и я с нетерпением жду матча. Ну, тебе придется еще подождать до следующей серии Несса, где мы с тобой сразимся. Так, здесь что у нас? Причал. Рыбаков. Нетбол. 5 штук. Особый бол, который с повышенным шансом ловит водных покемонов и покемонов-жуков. Ну, водный мне не нужен уже. А вот жук вполне пригодился бы. Мне тут стальной слоник понравился. Он стальной. Я его видел уже. Только где его взять, вопрос. Так, нет, вот давайте тут сохранимся тогда и будем закругляться. Спасибо всем большое за просмотр. Всем пока.